Открытый областной чемпионат по национальным видам спорта прошел в Уральске. В конных состязаниях приняли участие 5 команд из Акжаикского, Картубинского, Женебекского районов, города Уральск и Западно-Казахстанской области. Чемпионат проводился по 3 видам спорта. Кто признан лучшим, узнаем в следующем сюжете. Национальные виды спорта в Приуралье активно развиваются, причем не только в областном центре, но и в районах. Так, в Акжаикском была открыта конная секция, в которой обучают навыкам верховой езды, тренируют юных наездников. Многие из них успешно участвуют в различных состязаниях. От сельских округов принимало участие 5 команд. После отборочного тура одна команда приехала на областной чемпионат. Уже 2 года в районе работает спортивная секция. У нас хорошие достижения. Детям нравится. Пропагандируем национальные виды. Проводим разные мероприятия. При поддержке городского акимата в Уральске несколько месяцев назад открылось отделение по конным видам спорта. Сейчас здесь под руководством Акылбека Ищанова занимается больше 100 детей. Сегодня проходит соревнование именно по кокпару. Ай, бәрекелді. Ишан Ахмет бауырымыздан. Атағы үштігі ойын тумасы. Тайбайғы. Белі шабандозы. Шапағат бауырымыздан. Салымдар кеп түсуде. Участвует где-то более 50 человек сегодня. Как вы знаете, наше отделение конных видов спорта открыто 5 месяцев назад. Вот на базе здесь крестьянского хозяйства ИП Ищанов. У нас совместная, значит, деятельность. Мы закупили инвентарь соответствующий. По итогам открытого чемпионата первое место по кокпару завоевала команда областной школы по национальным видам спорта. В скачках лучшими признаны наездники Теректинского района. Определили сильнейшие борцы по аудар-испак. Победители и призеры были отмечены памятными подарками. Айгуль Лагашкина, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.